Сегодня у нас состоялась встреча с главой города. Он приехал в Заволжский район, в частности, в Новый Город. Мы проехали проблемные места. Новый Город – одна из самых динамично развивающихся частей Ульяновска. Территория рядом с парком Прибрежный – продолжение дороги проспекта Маршала Устинова. В самой зоне отдыха ежедневно гуляют мамы с колясками, много детей и людей старшего поколения. Жалуются, нет остановочного павильона, с освещением проблемы. Совместными усилиями мы включили эту дорогу, проезжую часть, в БКД. Там где-то около 700 метров будет заменено асфальтопокрытие, борткамень. Сделано будет освещение проезжей части, и освещение мы дополнительно сделали на тротуаре. Там же проложат новый тротуар, нанесут свежую разметку. В общем, территория будет соответствовать всем современным стандартам. По просьбам жителей добились расширения проезда и тротуара к детскому саду номер 222 по улице генерала Мельникова. Уже благоустраивают территорию. Автомобилям будет удобно разъезжаться. Это еще один плюс к безопасности. Местные жители беспокоились по поводу опасной заброшки – здания так называемой «молочной кухни» на Пензенском бульваре. Конечно же, мы посетили наболевшую заброшенную молочную кухню, где тоже уже есть сдвиги, то есть нашли собственника, будем проводить ряд совещаний. Я думаю, что в ближайшее время он ее уже закроет, чтобы дети, скажем так, и бомжи не залазили в нее и там не творили ужасные вещи. С собственником поговорили, обязали принять меры и оградить контур постройки. Это поначалу. Далее решат реконструировать строение. Городская администрация пойдет навстречу бизнесу. Либо ликвидировать. Александр Балдакин поручил профильным городским службам не затягивать и в ближайшее время решить поставленные задачи.